Всем привет! Вы на канале Мама в Кубе. И сегодня мы будем делать малиновый конфитюр. Итак, для этого нам потребуется только сахар и малина. Приступим. Высыпаем малину в сито, перетираем ее, чтобы у нас отделились семечки от мякоти. Это уже у меня заранее промыта малина. Высыпаем и перетираем. Итак, у меня вышло грамм 600 сока из перетертой малины, потому что я жмых с остальной такой густой массой оставила, буду добавлять компоты. И на эти 600 грамм я высыпаю 600 грамм тоже сахара. Перемешиваем, ставим на огонь и доводим до кипения. Вот наш конфитюр закипел. Я снимала шум, и теперь я его оставлю на 10-15 минут вариться, чтобы он чуть-чуть стал гуще. Чем дольше варится, тем гуще становится. Семечек здесь нет, поэтому будет очень вкусное такое. Но это не варенье, это конфитюр. Вот наш конфитюр готов, но я забыла снять видео сначала. Была полная баночка, здесь 780 грамм. Посмотрите, как выглядит, потому что мои сластены уже до него добрались. Вот такое получается интересное у нас варенье или конфитюр. Вот такой консистенции. Если оно еще дольше постоит, то будет еще вкуснее. Ну и так, аромат, вкус, цвет непередаваемый. Если вам понравился такой рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал «Мама в Кубе». Всем пока!